Ивановский инспектор ГИБДД осужден за взятку в размере 1000 рублей. Инцидент, в результате которого дорожный полицейский оказался на скамье подсудимых, произошел в начале октября. Находясь при исполнении, сотрудник госавтоинспекции остановил авто с тонированными стеклами. За несоставление протокола водитель положил в карман куртки инспектора 1000 рублей, после чего блюстителем закона был отпущен. Преступление так и осталось бы невыявленным, если бы не бдительный прохожий, который стал свидетелем сцены и сообщил, куда следует. Суд признал инспектора виновным. Вину в совершении данного преступления он признал в полном объеме. С учетом всех обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд назначил последнему наказание в виде штрафа в размере 60000 рублей с запретом занимать должности в органах государственной власти сроком на 2 года.